Он выбрал несколько видов освобождения, сейчас пока какую форму. Базовая, которая дает нам возможность не то что увидеть, а либо начинать вести занятия, с него мы начинаем, либо когда сами бывает тяжело, где-то заблудились, бывает такие времени, когда раз и ничего не видишь, и ничего не получается. Бывает, даже те, которые ведут долго. Начинаешь обнулять все то, что у тебя было, и возвращаешься опять к точке к захвату, точка опоры, плечо и сила. Где ее, как ноги работают. Если ноги не будут работать, будет работать корпус. Будет работать корпус, будем наклоняться сюда. Как бы картинка более-менее похожа, но распределение сил совершенно другие. Как работается в кисти? Поначалу это не видно и непонятно, видно только, что идет жестом, видно, что может работать только плечо вокруг точки захвата, но это как бы сама схема. На самом деле здесь оно работает не в таком виде, а используется сама пальцы, сама кисть, как она расклинивается запястьем своим, прокручивается, выводится и обходится большой палец. То есть на первый взгляд, когда Алексей Алексеевич показывает, что раз что-то вышло, все понятно, и все крутят, гоняют. А как на самом деле, то есть чуть-чуть поджать, надо немножко на него дать не рукой, давить не рукой, а чуть корпус, для того, чтобы рука не напрягалась. Не напрягалась рука, которую вас держит. Она относительно расслаблена, сформирована, но не напряженная, чтобы сдержать его. А тело как раз дает вот этот вот жесткость, либо свободная, либо чуть-чуть его формирует. Потом рука, которая сгибается и поворачивается в приседе. Присед некоторые тоже понимают неправильно. То есть сел вниз, или там вверх там подпрыгнул, или подстал. А получается толку, он сел. Плечо не было создано, и его присед, то есть масса, которая как бы на плечо, она не сработала. Получилось, что он просто на одном привязи находится. На мягкой такой сцепке. А нужно, чтобы масса тела опустилась на плечо, которое вы создали. В данном случае плечо – это предплечье. Предплечье является рычагом для этой работы. И мы тогда садимся на это плечо, сохраняя ось вращения. Сохраняем ось вращения и потом форму кисти, или в данном случае кисти, чтобы на нее работать, чтобы выполнить освобождение. После того, как мы выполнили освобождение, чувство той ситуации, которая будет или может происходить. Наше внимание, которое я, допустим, его, он что-то делает. Он что-то делает, чтобы вы могли переработать его после того действия первоначального. Вы сделали, и он вас ведет, где вы остаетесь в контакте и в контроле, не только физически, то, что вы держите, но и психологически. То есть ваше видение, ваше понимание, то, что я его освободился, и он хочет что-то сделать. И ваше освобождение, видение из равновесия, очень важный элемент, который возьмусь, так вот, если сказать, никто не знает, даже кто делает, и его не понимают и не любят. Может быть, не ко всем находящимся здесь это относится, потому что мы достаточно долгое время его, не то что продвигаем, на нем базируем разговор и работу. Но никто его почему-то не воспринимает серьезно. Не воспринимает серьезно работу липких рук, липких палок, тоже не придирайтесь к названию, просто он прибилось уже к нему. Это упражнение, которое развивает и обтачивает ваш, как сказать, этот бриллиант, который становится бриллиантом, алмаз. То есть вы точите себе. А эти упражнения, они не совсем понятны. Взрослые люди что-то там крутятся. На самом деле в этом упражнении вы находитесь в
спокойном состоянии, чувствуете оттенки, полутона, тона, так назовем, настроения эмоциональные, ну, очень много еще того, что в очень спокойном состоянии находится. И плюс постоянное телодвижение, и приседы, и руки, и мысли, мы это видим, чувствуем. Я его здесь освободился, как он стоит, как я стою, смотрю, ну, так смотрю глазами, и ну, что-то он тоже делает. Он. Небольшой переход, и он пошел туда, и потом проводил. Вот как раз он здесь, и рычаг относительно этой точки. Когда делать быстро, это все проскакивает, и человек не замечает и переходит, ну, скажем, не в обиду спортивных, спортивной работы, потому что мастера, которые выходят на первый уровень, они хорошо работают в своем направлении. Но когда сразу человек заставляет быстро сделать, он этих не чувствует. У него переходит в простые линии, вперед, назад, вправо-влево, хватает, бросает. На деревяшке некоторых моментов не видно. Ну, на деревяшке есть. Когда вы берете предметы, которые уже имеют какой-то характер, здесь рубище в основном, ну, колющее, конечно, есть, но не сильно выражено лопать. Здесь в основном рубище, здесь рубище и колющее. То же самое, почти как с липкими палками, я его, задача не подрезать друг друга, то есть этого не надо, не будем допускать. Я его веду, он встречает, я его, здесь получается вот там была жесткая палка, главная сторона. Здесь мы ее разделили, то есть две руки будут практически работать одновременно. С учетом, скажем, режущих, рубящих, там, видящих форм предмета. Задача ее встретить в полусоединении, встречая. Также после встречи он видит, что меня он может рубить. Я его здесь я его беру. Задача настолько усложняется, потому что два полушария работают начинают одновременно, что две руки в разных проекциях. Я его отсюда, здесь, так как предметы уже настоящие, можно травмироваться. Поэтому еще, скажем, скорость меньше, свободней. Да. Да, вместе с мыслями. Ну ничего. То есть я его отсюда, его здесь, он здесь. Отсюда раскрыть. Ну, например, тяжелой уровень. Он отсюда. Я его чувства самих предметов, которые он, я его здесь. Здесь прыгнул, как они прокручиваются. Здесь. Ничего, не потей сильно. Да. Насколько вот она ему сейчас тяжеловато, чуть попроще сейчас дам движение. Я ему раз отсюда. Заодно учится и он, и тот, кто находится. Ну, и я его. Пишите на лезвие, конечно, травмирует, поэтому смотрите, ага, где угол, плоскость самого клинка, вот вы выбираете, вы его взяли, где на руку,
я его перенял, не стремлюсь его, хотя как бы внутри этот момент присутствует, где-то его не просто повозил как надо, а я его, он, да, провернул, он провернул, я его отсюда, здесь, раскрыл, он отсюда. Концентрация вашего внимания намного больше, чем напряжение. Потом мы говорим, что спокойнее, тише. Предметов не так много, вроде бы. Они разные. Они разные. Ну, с двумя немножко тяжелее, конечно. Потому что разбегается. На него. Не получил.
не сопровождают. Некоторые сопровождают. Но если вы сопровождаете, то где-то какой-то перекос. Вторая рука, где-то для подружки. Он, где-то для подружки, чтобы как-то оно выходило. Вам главное, чтобы ваша кость, чтобы ваша кость не попала вот туда. Все. И все, что находится за пределами вашего, если то есть плечи, если касаться сверху, вот такая и рука, я ее отсюда. А потом пока сильно не рассматривается, пока сама вход. Потом проекция начинает идти. Потому что проекция руки да, уже чуть меньше, руки я хочу быстрее вести, чтобы этот ваш. Вы намного свободней входите, присед, поле, меняю. Хорошо, да. Я выходил, делаю углы. Плюс мощность его рук пока не бил. Но так чуть-чуть я этот момент. А он мне не понятно. Остыть вот палка, ну да, а его чуть-чуть надо дожать. Чуть этот поворот, это углами. Поворот сам. Можно как раз здесь его не видим, но на весле. Что я его плоскостью. Потом поворот создался эксцентр. Рука все то же самое. Ваши, значит, вы вошли туда, вы вошли. После того, как вы вошли, скорость и здесь, на амплитуды, амплитуды. И в этих фокус сверху, он вот здесь, тут он проходит. Я вокруг. Да, это... Да. И вот мы начинаем уже. Да. Ему неудобно. Ему неудобно. Вы уже смотрите, насколько вам приблизиться к нему. Насколько вам его где он ведет тему уже на тех. Я не закон, на тех законах, которые мы плоскости там встречаем, это все одно. Потом эти все моменты, они начинают деформироваться. Да. Он ведет, ну не делал, где-то встретил, пожалуй. Поворот. Примеры, да, возможность входа. Это все дает возможность работать. Вот, то есть, предмет, да, сегодня мы рассматриваем предметы, мы пока не рассматриваем, а все остальное работает. Вы вошли, вы в него вошли, и здесь вы вошли, и где руки, и где какие-то части тела. Отрешенность, фокусировка на чего, на что-то, на как-то. Он. Он на переход пошел. Уже поздно. Да. Пальцы ушли. Горло осталось. И идет свободы действий, которые хочется туда в одну. Липает хорошо. Он. Он ведет вверх, здесь, руки, как это вниз, это вверх, это отсюда.
также его внимание, которое именно палкой внимания распределено. И ваше внимание, которое... Все еще фокусируете на что-то. Оно где-то должно быть и здесь внутри. Он ведет. Он ведет. Здесь вы его взяли. Здесь вы его. Таз уже готов, поэтому его чуть перевести. Он. Выдох дает вам возможность в силе. Да. Как мы на... А, на Питере был. Где ты был? А что это? Что это? Это же надо видеть. Он, видите, здесь припрессил. Вы его присели отсюда. То есть погасили один вверх или вниз. И скорости приличные могут быть. Да. Он. Вроде скорость была не надо, да? Но она в итоге получается, либо вы можете погасить, либо еще ее развить. Это достаточно управляемо. Но, когда он сначала он берет, здесь он, так, а где переложить? Несколько человек, которые давал, не были. Ну, давай. Дело приоритет либо на одного, либо на другого. За всеми гоняться, ты гонялся. И на этого он разрывает. Он вышел. Такое. Этот пошел. Здесь. Потом выбирайте не два зайца, а одного. Тогда вам с ним проще, вы можете осмотреться. Вы можете осмотреться чуть-чуть. Конечно, могут быть такие моменты, когда их можно свести. Могут быть такие. Он. Вы когда начали район заниматься? Но на это пока не переходите, а так к разговору. Находясь в каком-то месте, можно так, это стоит и не сдвигается, а ему с этого, то есть я вот тут встречаю, кто более первый, переработает второго. Или наоборот, я смотрю, где они вписываются. То есть, исходя с места, вроде как лениво все это дело, но дает возможность этому что-то двигать в одной плоскости. И уже, скажем, качество, не качество, а какие-то акценты, как я там перерабатываю, какие-то там боли, уже на них не обращаю внимания, а они я уже смотрю, каком-то углу взять, угле. И вы их все сочетаете. Убирая этого, убираю уже этого минуса. Хочу принять. Вы момент опять сочетаете, насколько бедем вы ходите, встаете. Он. И я его. Пол, допустим, там. Упол, я его. Среди руки вверх, руки вниз, крутятся. Ну не потому, что они крутятся, а то я предмет вызываю. Здесь